Не может быть. Кирилл, я покорил только твою руку. Охуеть, я думал беды, а нормально. Сидит, улыбается. Окей. Не, выглядит он, конечно, отвратительно. А у тебя тренажер там? Подбородок свинячий. Чё, это велосипед обычный. У всех украинцев в комнате тренажеры. Скотобой. Чтоб мясо. Бля, Дион угадал, ты в очках. Я это не самая лучшая в очках. Ты на араба, ты больше на араба, ты на араба какого-то похож. А сам арабов оскорбляешь. Я не похож на араба. Похож? Неправда. Нет, неправда. Фейк. Ты врёшь. Не вру. Изи ревил. Те, всех кто заскринил без мамны. Блять, как мне теперь общаться с ним? С кем с ним? В смысле, как? Как? Жесты видно же по глазам, мол, учесть. Почему? Не, ну реально ничего похож на аутиста. Покажи улицу, ну, хату покажи. Такой внешний вид, как будто... Не надо опускать камеру, там засрано все будет, не надо. Не засрано. Смотрите на его прическу. Время делать негра. Нет, никогда в жизни, Рокис. Я тебе говорю, что ты говоришь, что не будешь скринить. Кирик, кстати, я же не отправляю никому. Кирик, ты мне за желтые зубы говорил. Кстати, кривые зубы. У меня не желтые зубы. У меня не желтые зубы и не кривые зубы. Кривые. Ого, какие у тебя зубы между ними. Я в шоке, Кирик. Неправда. Ты врёшь. Ты врёшь. Покажи глаза. Ты врёшь. Кирилл. Тебя за меня причастка какие-то джовые. Ужас. В натуре. Убей сам, блин, тебя не спрашивали. Да, у тебя не еще микрофон. А можешь в рост стать? Можешь в рост перед Чего? Комнатой стать? Можешь в полный рост стать? Я в трусах. В натуре, а у него микрофон как усы Гитлера. Что правда, то правда. Я все так же в 41-м смеял. Да, еще бы. Обязательно заскринь. Ё-моё, я так сейчас ревнул, просто можно было обтекаться, но это... Всё, ты у меня на втором мониторе. Не сработал на это. О, визер. Как я уже говорил, через линзу... Никогда бы не подумал, что этот челик... Никогда бы... Нормальный просто смеётся без причины. Никогда бы не подумал, что этот челик с Ивана Франковска. Я откуда он? Аликого мозга. А он ударяется. Ну выключай уже вебку, то у меня диск не выдержит столько записей. Алло. Понял. Хотя бы что ты ешь, Кирик, ревил еды. Бля, тебя сейчас поедем будет. Это черный. О, бля, вкусно. Я лохыну ел, я лохыну недавно ел. Как свинья из лохына. Лохына вкуснее. Правда. Лохина вкуснее. Блин. Ты напоминаешь мне Тихона? Кирик, вкусно. Не, ну... Конечно, ну тут нельзя отрицать, что Кирик... Уже минус 1 гигабайт, заканчивай. У меня уже OneDrive, у меня сейчас Google диск не лопнет. Не понял. Я сейчас Google диск лопнет. Душку ломать от очков, просто. Я понял, как ты без забытых дужек. Можно лицо в камеру, пожалуйста? Можно? Слушай, а можешь это, можешь раздеться, показать, какой ты качок? Меня Кирик чипирует. Покажи, какой ты качок. Рокис, что за мысли такие? Ого. Просто тебя как будто некромант из Карима воскресил. Армия, дети.
Че, только правая рука на крыше? Слушай, у тебя есть пистолет, у тебя есть пистолет, у тебя есть пистолет. Нет. Ты можешь, короче, ты можешь какую-то ружку, ты можешь, короче, бананчик взять и в камеру направить. Да, я считаю, на превьюшку Crystal PvP монтажа будет. Не, вот так, звук рук, как будто с винтовки палишь. Че, блядь? Это такое? Это чехол, это чехол. Нет. Почему у тебя краешки губов так далеко, когда ты смеешься, типа, уходят? В натуре ара, посмотри. Ну хотя бы глаза в одну сторону смотрят на такую игру. Это он поправил для вебки, а... Че, блядь, че? Смотри, а. Что вы тут видите? Я вижу... Смотри, флексит. Флексит своими арабскими... Ну ты бомж. Надеюсь, это записывают. Блять, Windows. Вот у меня есть тоже рандомная. Я больше скажу. У меня цвет, у меня Кирик по-любому цвет выключит, у меня не запишется. Маляля маляминалю. Нажмите Windows Shift S. А зачем это? Вот я вот зачем и Windows Shift S. Давай. Это скрин. Да, ну нажал, ничего не произошло. Что дальше? Ты штаны оденешь. Андрей, ты когда-то видел поломанные AirPods? Да. Хочешь 1000 рублей? А что писать вот этим? Хочешь 1000 гривен? То, что говорил, хочешь 1000 гривен? Ты можешь, короче, сейчас принести яйцо и сделать это? Сделай колесо, сделай колесо. Сделай колесо или стань на руки, короче. Рвак зашел, рвак зашел, рвак зашел, рвак зашел. Ты мне не дашь дать 1000 гривен. Чел, рвак зашел. 2000 рублей. Камер, тебя убивать буду. Камер, тебя убивать. Рвак, смотри, он почти тебя убивать пошел. Потому что я зиота. Сейчас я перекину всех там на второй монитор, чтобы видеть. Блин, я сделал скрин, твое лицо когда-то именно прям нормально смотрел на второй монитор. Блять, все, жесткий дискорд. Он эскейпит, вон. Сейчас я сейчас запись переключу.